Это того стоило. Да, привет, Страж. Это я, Джонни Лейни. Это тот самый канал о Destiny 2, который ты искал, Triple Vibe. А это редкий экзотик, новый рейдовый экзотик, Анархия. Получить его можно у Цоя. Нет, только пройдя рейд «Истребитель прошлого». И то, если очень повезет. Шанс дропа очень низкий, но ты можешь его увеличить. Поставить лайк под видео, и тогда точно сработает. Честное слово, метод такой же надежный, как и вайпаться на сундуке после Ривен. Давайте, парни, еще один вайп, и у вас точно получится. Ну да ладно, редкость редкостью, но стоит ли оно того? Давай смотреть. Итак, набор перков этого гранатомета... довольно обычный. Композитный приклад, движущаяся цель, скоростные припасы, быстрый спуск. Главное тут вот что. Электрические ловушки. Благодаря этому перку гранаты, выпущенные в землю, будут врезаться в нее как колья и создавать связь между собой через луч электрической энергии. Звучит круто, стена из энергии. Но так ли это работает? Раз болванчики, два болванчики. А что-то посерьезнее? Ну вот как-то так это и работает. Кто впечатлен? И да, предупреждение, это далеко не рекордсмен по вносимому урону, а количество таких вот электрических полосок не означает увеличение вносимого урона, это лишь позволяет покрыть электрической энергией большее пространство. Одна такая полоска тикает 20 раз, и пускай урон не то чтобы прям впечатляет, но вот флинчит мобов от нее, будь здоров. Посмотрите на этого несчастного Голмута. Ну, выстрели же! Лягушек на биологии на рефлексы проверяли? Ну вот, флешбеки ловите. Ни о какой точности речи и не идет. Это оружие про эксперименты, фан, и на самом деле это в каком-то смысле хорошо. Экзотический гранатомет играется как нечто совершенно иное, и вот гранатометом это не поворачивается язык назвать. Можно фигачить пиктограммы и вызывать сотону. Ну и можно высказывать свое важное мнение в любой момент обо всем происходящем. Куда сгодится эта пушка? В налеты с электрическим модом можно, да. В рейд? Нет, она там не нужна. Есть шепот, есть симулянт. В гамбит? Может быть. Окружать банк забором, чтобы блокировщики сразу охеревали от жизни, как только появлялись? Неплохо. В горнило? Нет. Даже если тебе посчастливится получить хэви, нужно обладать какой-то невероятной удачей. Но покатать с ним час-два прикольно, особенно попытаться в контроль, но только если против тебя играет ну совсем хлебушек. Пока я записывал с этим экзотом хоть что-то в PvP, мне удалось убить считанных стражей. Люди все же не совсем идиоты, они почему-то не лезут в электрический луч, как-то чувствуют опасность, представляете? Но нагибатора опять из тебя он не слепит, а скорее наоборот, даже очень опытный игрок скорее просрет кучу моментов, которые бы с другим оружием он зарешал. Нужна тебе эта пушка. Повеселиться в налетах почему бы и нет. Работать она начнет на боссах только если вас трое. Типа вот так это выглядит в один экзот и в три экзота. Но сами понимаете, для того чтобы трем игрокам из вашего статика на рейд выпало три анархии, нужно обладать какой-то удачей запредельной. У нас за 3 или 4 закрытия рейда выпала лишь одна анархия. Мы, конечно, увидим, как с нее убивают какого-нибудь Калуса или Техноведьму, но это не будет означать, что все с ней пойдут теперь регулярно в рейды. В PvP тебя пару раз убьют, пару раз ты швырнешь мышь или геймпад с криком «Банжи, плиз, нерв!», но это не будет частым явлением. Так что это прикольная коллекционная игрушка в стилистике падших. Хотя, если говорить о пушках в стилистике этих космических цыган, то есть только один экзот, который достоин твоего внимания. На этом, в общем-то, все. Сказать больше об этом экзоте мне нечего. Не забудь подписаться на канал, посмотреть предыдущие ролики, там много полезного. И счастливо!